Символ страны обошел уже 52 муниципальных образования Подмосковья. Каждый муниципалитет отдает дань уважения государственному символу, прикрепляя к общему флагу полотнище со своим гербом. В Ленинский район триколор длиной более 160 метров был передан на границе в сельском поселении Володарское от городского округа Броницы. Гордимся возможностью принять у себя эстафету одного из главных государственных символов страны на нашей территории. Ура, ребята! Далее колонна направилась в Видное. По пути следования к ней присоединились делегации сельского поселения Молоковское и городского поселения Горки Ленинские. Российский флаг с гербом Ленинского района пролетел над поселениями муниципалитета. Его сопровождали два аппарата – параплан и паралет, которыми управляли пилоты международного класса – Игорь Потапкин и руководитель клуба «Парамотор» Василий Дьяченко. Приземление было совершено на стадионе «Металлург», где флаг был принят заслуженными мастерами спорта и многократными чемпионами Европы, СССР и России, мотоболистами команды «Металлург». Затем на Советской площади флаг был передан Ленинскому районному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». И возле памятника наши молодогвардейцы, колонна из молодогвардейцев приняла его. Далее торжественно принесла до аллеи славы, где передала этот флаг жителям Ленинского района, почетным гражданам. Далее почетные жители Ленинского района пронесли флаг кинотеатру «Искра», где продолжилось мероприятие. Действительно, это очень важное событие, потому что флаг сам по себе – это не просто кусок ткани. В первую очередь, это один из самых главных символов нашей страны, нашего государства, нашей любимой и великой России. И сегодня здесь собрались представители разных поколений, разных людей возрастов, конечно же, разных вероисповеданий. Но единственное, что нас всех объединяет, это любовь к нашей родине, любовь к нашей России. И наша основная, главная задача, наше общее дело – это стоять на защите интересов нашей страны, на защите ее чести и достоинства. Флаг с гербом Ленинского муниципального района был торжественно присоединен к общему государственному флагу Российской Федерации. Праздник продолжился концертом, в котором прозвучали песни о России. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.